Благотворительные ярмарки в совхозе имени Ленина стали доброй традицией. В конце мая соседи и друзья устраивают в парке праздник, чтобы собрать деньги в помощь детям с ограниченными возможностями. Я использую все, что должно было выбрасываться, и делаю из этого игрушки. Жалко, когда все это выбрасывается. Планету жалко, детей жалко. Хочется, чтобы это все было чисто и красиво. Директор совхоза Павел Грудинин реализовал в поселке модель того, каким может и должно быть социальное государство. Комфортное пространство для жизни, работы и отдыха, лучшие детские сады, самая современная школа в стране. С этого года совхоз имени Ленина взял на себя все обязательства по оплате кружков для наших детей. И больше 400 детей ходят в эти кружки, а им где-то надо выступать. Вот сегодня все совмещено. С одной стороны, вот эта вот акция добра, но и с другой стороны, отчетный концерт коллективов. 10 декабря 2020 года в Центр культуры совхоза имени Ленина ворвались рейдеры. Уже больше полугода он закрыт для детей и родителей. Занятия в детских кружках пришлось перенести в другие помещения, а концерты проходят прямо в парке. Мы живем здесь очень хорошо. Нам портят, конечно, некоторые жизни, но все-таки мы не сдаемся и все-таки мечтаем, что останемся здесь жить. Я такого не видела за всю свою жизнь. Здесь все удобства для детей, все мероприятия мы проводим, все праздники отмечаем. Люди все светлые, хорошие, замечательные, добрые, отзывчивые, открытые. Это можно писать вот так вот всех нас жителей. Сами, в принципе, видите. Совхоз имени Ленина даже в условиях кризиса не сокращает производство. Сейчас средняя зарплата здесь более 100 тысяч рублей. Доходы направляются на развитие территории и создание лучших условий для жизни людей. Именно поэтому жители поселка всем сердцем поддерживают народное предприятие и его руководство. Разрыв между бедными и богатыми, между акционерами и работниками не должен увеличиваться, он наоборот должен уменьшаться. Поэтому такие предприятия, как наши, мы же все прибыли направляем на развитие производства, на материальную помощь пенсионерам, детям и на повышение заработной платы. Вот это, на мой взгляд, будущее страны, ну и не только страны, всего мира.